Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Summoner Storm. 66-я миссия, именно на ней мы с тобой остановились. Так, откроем сундук для начала и посмотрим. Так, монетки, дикарка, сарашип и двойной кинжал. Вот что нам с тобой досталось. Ну что же, активируем и, пожалуй-ка, наверное, сделаем с тобой еще один поединочек для того, чтобы забить ячейку сундука. Значит, здесь буйвол, уровень второй и уровень второй. Так, сарашип 7 уровня, но не 10, так что терпимо. Будем сопротивляться. Павлак 34. Вот так вот звать и величать этого охламона. Погнали. А куда ты своего охламона вызвал сюда, а? Мы сейчас его бомбить будем ракетами. Так, он еще и мясничка позвал. Бесстрашный какой-то чувак. Так, а он тоже, ребята, шамана призвал. Это ненадолго, да? Шаман, это все фигня. Так, давай-ка я вызову, наверное, стрелка. Ты дичь, Сараши просто отдуплилась. Так, нам нужно подбить с тобой вон того вон. Так, все, ракетчик доигрался. Сарашип тоже доигралась. И я так думаю, что Павлак тоже, ребята, доигрался, потому что ну, здесь ему уже шансов нету вообще выжить. Да. Ну, а наша цель сделана. Мы забили с тобой ячейку сундуком. Плюс получаем немножко опыта. Ну что? Теперь самое время. Кстати, что у нас по поводу Ноктюрна? Ребята, это легендарная какая-то воительница или маг? 2000 за 6 карточек. Воу-воу-воу, это кто такой, ребята? Воин тени. Если бы у меня были бы гемы, я бы, наверное, купил бы, ребята, этого воина тени на самом-то деле. Эпическая карта. Ну ладно, пока у нас нет ничего, мы с тобой... Так, 9 уровня, 4, 9, блин, 4. И этот еще охламон здесь. Да. Так, Барт на Барт. Ну, у нас Барт 2 уровня, так что нормуль. У него, по-моему, нету здесь, ребята, заклинашки, насколько я могу понимать. Но зато у него есть потный шаман. Слушай, я сейчас, наверное, стрелка возьму. Стрелок, давай, бомби этих там вдалеке. Вот так вот оно будет получше. Ага, захотел чего. Ну вот и все, в принципе, песенка, ребята, тут... Подожди. Ну да, спета песенка у них тут. Все, гром тут не поможет ничем. Вызовем еще шамана. И пошел мал у нас на растерзание. Верно же? О-о-о-о, смотри, ну, смотри, бежит, бежит пират. Со своей осетриной так и отдуплился. Но тут довольно легко было, если честно. Так, монетки, опыт, это все понятно. Алхимик. Черная борода. И болотный корень. Слушай, 2 уровня. Ох ты. Друзья мои, костлявая Мэри. Это эпическая карта. Слушай-ка. По-моему, мы уже видели с тобой, да? Эту Мэри. Так, секунду. Что я хотел сделать? Блин, уже... Хотя почему поздняк? Ничего не поздняк. Мы можем здесь с тобой... Сейчас, секунду. Так, вот, значит, сколько у него здоровья дофигища. А атака-то что такая слабая? Атака всего 2. Он и что, получается, просто как стена идет и толкает? Ну, это как-то несерьезно. Так, а покажите мне, пожалуйста, эту барышню. Здоровье 200, атака 399. Слушай, ну, по атаке... наносит дополнительный урон призывателю. Слушай, ну давай я возьму ее, попробую вместо шамана. Просто посмотрим, ребят. Ну, надо же заценить персонажа. Мы видели, конечно, когда она против нас выходила.
Но мы не видели, как она, когда она против других воюет. То есть, когда она за нас, скажем так. Вот сейчас мы с тобой и протестим. Она, по-моему, издалека, да, стреляет со своих пистолетиков, насколько я могу понимать. Причем довольно такая быстрая. Ну да, по атаке... По атаке она не особо, ребята, сильная. Я бы даже сказал, она вообще не сильная, не шиша, ребят. Вообще не сильная. Так, вот я вот доэкспериментировался, ребят. Доэкспериментировался, что просто сфейлил катку. Ну, мне надо было посмотреть, ребята. Мне надо было посмотреть на эту пиратку. Она, в принципе, неплохая. Но не сейчас. Не на первом уровне. Был бы уровень там второй, третий. Нормально, но не сейчас. Сейчас у нас в топе именно те персонажи, которые, ну, действительно что-то из себя представляют. Которые могут наносить очень много урона, дамага и тому подобное. Дай-ка я попробую алхимика этого. Слушай, а у алхимика-то здоровья, оказывается, не так мало. Я в тот раз думал, почему такой жесткий, его никак не пробить? Да потому что он, смотри. Офигеть. Вот так вот, друзья мои. Это у него 8 уровень еще. Так, а что он делает? Придаст герою случайный эффект. Придаст герою случайный эффект. После смерти отравляет всех вокруг. Иногда возвращает умершего героя с 30% здоровьем. Блин, слушай. И это еще и танк? Это танк? Слушай, ну-ка давай-ка, танкуля, мы тебе протестим. Танк, я, честно говоря, я не думал, что это танк. Я думал, обычно там какой-нибудь вояк, ну, как бы даже не вояк, а дамагер. А это танк, оказывается, сейчас мы его протестим. Молния 9 уровня, не кисло, не кисло. Так, да сейчас проверим, протестим. Так, у него молния, да? У него молния. У него есть молния, так что, ребята, аккуратненько. Давай проверим, что это. А, он себе какой-то эффект заморозки поставил в данный момент. Упс. Так, он потратил молнию, да, получается? Значит, можем спокойненько вызывать с тобой стрелка. Да-да-да-да-да. Так, ракетчик, как бы тут ты нафиг нам не сдался. Начнем с этого. Танкуля бежит. Слушай, а две ракеты, интересно, справятся? Танк. Дешевый такой танк. Ну, на самом деле, что-то теперь он может хиляться, по ходу дела, да? Он сам себе придает... Да, он хил врубил, прикинь. Дешевый танк. Но он эффективный, ребят, на самом деле. Он эффективный. То есть, как бы претензий у меня к нему вообще нету. Это было больно и неприятно. То есть он разные эффекты может на себя поставить. Слушай, хорош там уже бубнить. Так, слушай, нам нужен стрелок обязательно. И желательно быстрее. Так, шаман минус. Очень быстро строится и дешевый. Вот этот вот танк, алхимик. Вадзген, он у нас, по-моему, насколько я помню, не танк, он дамагер. Вот и все, и распечатали, друзья мои. Так, монетки, опыт, это понятно. Так, выжигатель. Болотный корень. Что-то они меня, ребята, на болотного корня хотят подсадить, по ходу дела. Ладно, двигаемся с тобой дальше. 68-я миссия. Ой, ой-ой-ой. Блин, давай поменяем. Поменял, блин, на свою голову. Так, это у нас кто? 10 уровня. Это, по-моему, вот этот вот алхимик, да?
Да, это именно он. Тут, блин, Локи 5 уровня. Стрелок, давай обменяем. Ну, здесь еще терпимо. Тут терпим, друзья мои. Тут этот 1 уровня. Так, у него стрелок тоже 3 уровня. Так что нужно быть наготове, друзья мои. Так, сейчас, мне кажется, он будет вызывать. Да-да-да, так оно и есть. Так, сможет ли алхимик этот справиться? У него поджог какой-то теперь загорелся. Паукан у него в поджоге. Так, смотри. Вызвал мелкого хлыща. Это он применил пламя, не я, друзья мои. Он. Так, слушай, ракетчика. Ракетчика он позвал. Нужно срочно танка вызывать. Слушай, он выдерживает. Очень неплохо выдерживает удар. Так что, ребят, претензий у меня как бы к нему вообще никаких нету. Единственное, что вот надо взять стрелка и бомбануть. Опа. Так. Есть. Мы все-таки наказали его быстрее. Ну что, пробьем этого паладина? Да пробьем, конечно. Вот алхимик мой побежал. Так что, друзья мои, не стоит недооценивать слабеньких персонажей. Если они прокачаны, они очень даже хорошо рулят. Мы в этом уже сами убеждаемся, видим, что действительно все получается очень топово. То есть, несмотря на то, что он 8 уровня у меня, посмотри, он держит отлично урон. Причем он быстрый танк, не какой-то там медлительный, который еле двигается, а именно быстрый. Так, ну что, монетки, ну понятно, опыт... Грута и ассасинка. Ассасинка. Ладно. Ассасинка, ребята, ну, вы сами видели, да? Мы в прошлый раз играли, мы что-то... Ой. А это еще... Кто? Королевство? Так, что ты имеешь? Атаки поражают всех врагов в радиусе действия. Эта игрушка ударяет по врагам дважды поблизости. Йо-йо? Ага, у тебя, значит, йо-йо. Так, а вот это кто такой? Что за черепаха такая? Рам. Скорость атаки быстрая, скорость передвижения быстрая. 30% шанс оглушить бойца. Ха, ну ладно. Ребята, как мы видим, заклинаний у него нету. Стрелков у него нет, только вот это вот, как, с йо-йо. Уж не знаю, насколько он... Оу, рептилоид. А, это у него... Барутте, чувачка величать. То есть это... А как он, интересно, сменил себе вот этот вот фон? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Иди ты нафиг, хлыщ, я знаю тебя. Так, теперь отравляшка пришла. Нам нужен стрелок. Ну! Вон идет халабуда этот с йо-йо. Видел, как он делает? Видел, как он делает? Вот-вот, вот так вот он, ребята, и делает. Так, этот черепаха-то довольно быстро бежит. Ну и взрывается она тоже довольно быстро. Так, алхимик, давай, выходи. Тыдич. Беги, беги, родной, беги. У него заклинашек нету, да? Поэтому мой стрелок здесь будет себя чувствовать вообще великолепно. Он и замедляет. Он что только не делает, ребята, и замораживает. То есть заморозка это и есть, видимо, замедляшка, да? Слушай, ну крутой перец вот этот вот мелкий. Будем его прокачивать. Если наберем карточки, обязательно прокачаем его. Так, ну что, Барутто, по-моему, все, доборолся, ребят. Мы его нахлобучим сейчас. И черепаха вот это на самом деле фигня полная. Которая типа тарана. Так, ну что, монетки. Ну это понятно, опыт. Мясник. Статик. Статик, я не знаю, ребята. Я его не брал, но он, по-моему, это электричеством бомбит, да, издалека. Ну что же, 70-я миссия. Опа, друзья мои. Как раз тот чувак, которого я хотел посмотреть. Дальнобойные атаки. Что ты делаешь? Скорость атаки увеличится на 100% до максимального значения 200.
То есть, как это будет выглядеть? То есть он меня будет сейчас бомбашить по черноку, что ли? Или как? Пока не могу даже представить. То есть, и что, у меня стрелок есть? Не знаю, поможет ли он мне, конечно, в этом плане. Так, он потратил пламя, ребята. И все, тогда мы вызываем с тобой стрелка. Оух. А у него тоже, оказывается, есть стрелок. А я что-то этого, ребята, момента и не увидел. Не пошел-ка ли ты, а? Куда подальше. Так, он вызвал еще одного танка. Ну что, возьмем, наверное, и ракетчик позовем. Надо вжухивать ему, пока не поздно. Давай. Так, лучницу, естественно, сразу запинали. Она нам вообще тут не в указ. Давай, Гром, выходи. Так, опять вызвал лучника, а? Стрелок. Не спать. Тюм. Ах ты, гаденыш, разменялись мы. Щекотно, сейчас тебе будет так щекотно. Ах ты, пламя сразу применил. Ну, это его проблема, ребят, все. Мы его сейчас запинаем здесь. Денис. Вот и все, иди к ядрене фене, Денис. И отдай нам сундук. Так, монеты. Опыт. Так, дикарка. Дальше, гроза. И шаман. И опять статик. Какие-то, ребят, награды нам дают. Ну, просто фуфлыжные на самом деле. Но мы с тобой перешли на новую локацию. Вы, блин, сейчас серьезно, что ли? Я уже видел этих партизанов, не надо мне их давать. Блин, почему вот у них прокачанные, а у меня, ребят, не прокачанные ни шиша? Потому что мне карт не дают нормальных. У меня нету, у него, блин, 5 уровня уже этот хламон, этот 5 уровня. Или они донатят, тут одно из двух. Либо донатят, либо я не знаю. Ну где вот еще можно заработать, извини меня. Ну ладно, эпики, ну обычные. Ну где вот он взял, вот, где? Так, у него заклинахи не было, по-моему, да? Ему заклинаха не нужна, у него шаман есть, да? Скажем так. Шамана уничтожаем. Шамана уничтожаем, так идет этот теперь. Буйвол, блин, бизон. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, да как же так, заклинания, говорю, нету. Оказалось, что, заклинание-то у него есть, ребята. Оказалось, что у него есть заклинание. Не, ну против Локи, ребята, я тут не смогу справиться, потому что он заточен именно против танков. Окей. Так, естественно, переигрываем. Естественно. Магазин тебе ждет бесплатный бонус, получи его. Блин, а почему я бесплатный бонус-то не взял, а? 5 уровня. Надо вот с этими бороться. Это вот самый наш главный враг, Локи. Остальные, в принципе, не так страшны. И у него нет стрелка, но у него есть пламя. У него есть пламя. Так, и шаман. Шамана уничтожаем. Блин. Опять Локи. Гром, выходи. Видишь, как он сносит, блин, 5 уровня сносит моих танков просто на ура. Ну и что у нас тут получится? В принципе, получится. Отбиться мы сможем. Отбиться мы здесь с тобой сможем. Легкие танки вот эти вот, которые здесь, в принципе, меня прикроют. Ну да, только за счет них мы, наверное, с тобой и сможем здесь пройти. Чего ж тут греха таить, скрывать, да? Ну да, вот так вот как-то и получается, ребят. Но не забывай о том, что у него есть пламя. Он может моего стрелка уничтожить, и все пойдет наперекосяк. Регардс. Вот против кого мы с тобой деремся здесь. Все. Одолели.
Такая вот тактика, друзья мои. Ну что, опять деревянный ящик, да? Так, это опыт, все понятно. Дикарка и охотница. Ух ты, кристаллический портал. А это что у нас за такая карта? Что за кристаллический портал? Можно посмотреть? Ух ты. Ну вот смотри, вот как вот тут драться, ребята? 13 уровня, 10, 11. Что это за... Не, я, конечно, попробую сейчас одну каточку, но вот этот вот достанет. Это же дамагер, да, насколько я помню. Давай проверим. Тут еще какая-то бочка, ребята, я не знаю, что она делает. Ну, явно отравляет или еще что-то в этом роде. Артбро. У него еще и уровень, кстати, 6. Так, а, у тебя тоже есть алхимики, да, значит... Эй, те-те-те-те, ну. Бомбит-то не кисло, ты посмотри. Еще и промахнулся, да? Что он там делает? Он что-то, ребята, подбрасывает. Что-то, по-моему, тут лютость какая-то, ребят. Оу, вот оно что. Ну все, ребят, тут фейл. Ты видел, да, что такое, что за бочка? Это, ребята, новое заклинание, которое идет вместо, как бы тебе сказать, вместо молнии и вместо огня. Поливает именно... Поливает именно ядом. Ну что, давай я тогда получу все, что здесь можно, и мы продолжим. Так, ну что, друзья мои, все, что смог, я забрал. Ну и попытаемся дальше, наверное, пройти до 75 уровня. Цель как бы моя. Но давай-ка мы, наверное, сменим все-таки противника. Во, лояльно, да? Правда, здесь мясник 13 уровня, но я думаю, что мы с ним здесь справимся. Блин, разнообразие. Мне хочется, ребята, именно попробовать новые карты, но хотя бы, чтобы они были 3-4 уровня, особенно новые, которые мы с тобой приобретаем. Так, ну этот может нас оглушить, причем довольно некисло. Он оглушает, и нас там могут разобрать. 13 уровня, фиг, ты его так просто легко пробьешь. Ты сам видишь, да? Так, эту жужжаковку уберем отсюда. Еще не хватало, чтобы она меня тут травила. Так, Гром, выходи, тут как бы... Без твоих бочек взрыв... Опа! Я понял, друзья мои. Хлыщ там появился, да? Ну? Обменялись, грубо говоря. Так, давай, танкуля, выходи. Что там взял? Эффект хила. Ну и шикарно. Оу! Два бомбардира идут. Замечательно. Слушай, посмотри, 13 уровень мясник, он не может даже забомбить нашего этого алхимика. Пшу. Такс, 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 подожди, подожди, подожди. Смотри, что мы творим тут. Мы творим здесь полную дичь. Капитан Слизнюк упал. Так, это вот разберем. Разобрали. Да, я представляю, если его прокачать, ребята, до 20 уровня, какой он будет трэш делать. Вот этот вот, да-да, мелкий алхимик, он будет выполнять просто трэш полнейший. Несмотря на то, что он такой вот мелкий, как я его вначале назвал, пройдоха, но когда прокачиваешь ему уровень, действительно чувствуешь его силу и мощь. Так, когда мы там свой уровень-то получим, а? Скажи-ка мне на милость. Ну что, переходим с тобой на 73-ю миссию, смотрим, что здесь. Да вы достали меня, а? Опять этот хлыщ здесь, 12 уровня. Вы специально что-то так делаете, чтобы я тратил финансы свои? Вот. Проролили и нам дали, ну, хоть что-то, ребята. 9 уровня грома. Так, а это вот уже 2 уровень. А сейчас мы, кстати, посмотрим. Это же камикадзе, так ведь? Это же, ребята, камикадзе, который бежит и взрывает, да? Все, и всех на своем пути. А если я вот так вот сделаю? А? Понравилось? Так, он поставил защиту себе, ребят. Оу, у него уже стрелок есть. Так, мы успеем, интересно, своего стрелка, ребят.
пинч. Взаимный. Невзаимный нифига обмен, ребята, вышел. Нифига невзаимный. Ну, пипец. И знаешь, чему вся вина? Вот этот хлыщ. Мне тут сейчас, я не знаю, что мне делать, ребят. Мне его надо как-то поджечь, подбить. Я не знаю, что-то сделать. Тут уже поздняк что-то делать. Как так получилось, что он остался в живых? Объясните мне, пожалуйста, на милость, а? Иди нафиг отсюда. И он еще вызвал одного. Зашибись, блин. Так, друзья, переигрываем. Офигеть, блин. Это хлыщ, бомбардист, это лошпен. Прокачивайте, попробуйте других героев. Да это понятно, прокачивайте. А чего вы меня сюда выкинули, зачем? Я хочу продолжить. Не надо мне тут ваши выкрутасы. Этих лопухов я завалить должен, обязан. Тут ничего сложного нету. Я не могу только одного понять. У него нет заклинаний. Как он меня, блин, там вырубил-то все-таки, а? Стрелком, что ли, своим паршивым этим? Ну, давай я попробую, знаешь, что сделать? Вот так вот. К примеру. Вот в кого он сейчас стрельнул, я так и не понял. В кого он попал? Ну, вырубили мы его, да, предположим. Вот так вот мы поджарим. Твою дивизию, давай. Блин, он наносит урон-то, нифига. Давай, 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 хиляй, хиляй, хиляйся там, я не знаю, что хочешь там делай. И... Объясни мне одну вещь, блин. Ты достал, блин. Не добежал, слава богу. Как вот этот вот паршивец... Блин, сейчас, ребята, я его накажу, нафиг он достал. Все. Наконец-то, блин. Чё-то не то вы делаете. Ух, как бомбит-то он жестко. Петручо, молодец. Молодец, Петручо, бомбанул. Так, ну, окей. В расход, естественно, в расход, ребят. Тут по-другому и быть не может. Зачем мне пламя? Пламя мне сейчас не нужно. Вообще-то нужно. То есть этот алхимик, ребята, может на себя либо заморозку повесить, да, замедляя врагов, либо хилку, захиливая себя. Но это круто, на самом деле. Так, что-то там гром стоит и ничего не делает. Почему мы его не ушатали? Ну все, Эль, давай, падай уже. Готов. Да, трэш, трэш начинается. Так, 340 монет, неплохо. Так, опыт, это понятно. Грута и все, что ли? Грута. Я этой грутой, ребят, не пользуюсь. Она... Мне не нравится она. Так, подожди, тут у меня награды. Что ты мне сразу выкидываешь-то? 50 гемов. Вот. А за 50... За 100 гемов... А, 200 он стоит. А я думаю, что он не стоит, ребята, 200 гемов, этот лучник. Получает 20 диамантов каждый день в течение месяца. 209 рублей. 209 рублей. Так, событие закончилось. В клане у нас победы 4. Так, а тут не показывается. Так, защищено паролем. Слушай, можно без пароля, наверное, мне кажется, да? Так, у нас 8 участников из 30. Наверное, из-за того, что, ребят, пароль был, ко мне никто не мог зайти. Я пароль снял. Твой клан не выиграл достаточно битв, чтобы получить награду. Вот, ребята. Так, пожертвовать, пожертвовать. Игрок Кен. Я не знаю, если бы это были бы мои ребята, я не знаю, я бы пожертвовал. А так, фиг знает, может быть, левак какой-то пришел. Как они обычно просят карточки, а потом сваливают.
Да-да, есть такие жуки. Так, ну что, здесь 4 уровень. Первый, 12 уровень гром. Я думаю, наверное, мы справимся здесь. Два танка у него, правда. Но у меня тоже танк-алхимик. Ай, танк-алхимик. Тут надо контрить грома. Так, я вот не помню, у него заклинаха есть или нету. Что-то я вот как-то просмотрел этот момент. Ну, я знаю, что стрелок у него есть. Стрелок у него есть, это точно. Вот он появился, да? Так, ну что, мы его пламенем тогда? Вот таким вот образом мы его зажарим. А вот и гром появился. Против грома, ребят, ну я не знаю, против грома. Кого нам? Стрелка, по идее, нужно вызывать против грома. Или ракетчика. Тут два варианта. Или ракетчика. Так, это нам просто сейчас везет, что у нас, ребят, защита стояла. Стояла до поры до времени. Грома так легко не пробить, смотри. Они что, целенаправленно, что ли, бросают? Ну-ка, давай попробуем. Там кто? Смотри, что творит, а? Окей. Мы все-таки прорвались с тобой. Мы все-таки с тобой тут прорвались. Угу. Так, вызываем, наверное, еще одного ракетчика и гром. Гром нам нужен. Бубух, минус гром. Так. Секунду, секунду, я все думаю, кого нам, наверное, грома все-таки возьму. Да все, ему крышка. Ему, ребята, приснилась большая крышка. Так, а нам выпадает 15 монет. Это опыт. Кстати, нам, по-моему, сейчас уровень скоро дадут. А за уровень нам полагается с тобой сундук или нет? Интересно мне знать. Там, по-моему, сколько получается нам нужно? Всего лишь, да, одну победу сделать. Ну, блин, 13 уровня, 3 уровня. Оу, щит. А я рискну. Да, ребят, я такой вот рисковый парень. Я хочу, блин, наказать их. 4 уровня пламя. 4 уровня пламя, ребята. Это уже, это не шутки. Это далеко не шутки. Он будет вмазывать этим пламенем. Серьезно, блин, сейчас. Зачем я пламя потратил? Ой, дурила. Так, а он тоже, кстати, потратил пламя. Давай. Ну куда ты, блин? Все, нормально, нормально, нормально. Стреляй ты, господи ты, боже мой. Ну, ты будешь стрелять сегодня или нет? Понятно все, короче, идиота кусок, блин. Маразматик, я офигею с него, блин. Стоит там, сопли жует, блин, кулак на ум. Ну, тут понятно, короче, ребят. Тут, блин, все понятно. Без слов, блин. Стрелок этот паршивый, конечно, подвел меня вообще капитально, ребят. Просто подставил. Вместо того, чтобы стрелять, блин, ну сопли там жевало, понимаешь? Ну давай ты, ёп, парасете, блин. Да понятно все, короче, тут. Даю фору. Херору ты даешь, блин. Фору он, блин, дает мне. Болван этот стрелок, блин. Я его вызвал, блин. Он стоял там, блин, пока сопли жевал, этот вор стрелял. Вот и все. Идиота кусок. Пошли дальше, блин. Остальное все, в принципе, ребят, фигня. И эти лучники, и фуфлыжники, это ерунда полная. И вот эти вот все, кто у него тут есть. Так. Тут надо вызывать просто грома, ребят. Тут надо вызывать сразу грома, чтобы бомбил он. В кучу, так сказать. Да ты чтоб тебя, а? Ребят, он тоже взял и потратил пламя. Тут еще этот пройдоха бежит, а. И опять меня что-то тут прессуют.
Опять начинается, блин, прессинг. Давай, малыш, выходи. Все, я понял, в чем проблема, ребят. Тут гром, конечно, еще нужен, но... Сейчас попробуем. Этого, блин, Моргана фиг пробить. Смотри. Оу, он опять стрелка вызвал, да? Ну, ты будешь бомбить? Кусок идиота, а. Дай пламя мне срочно. Смотри, что делает, а. Он, ребят, тоже использовал пламя. Он тоже использовал пламя. Ну что, если сейчас гром здесь не поможет, не выйдет, то, скорее всего, нам крантарики. Скорее всего, да? Мне даже выставить нечего, понимаешь? Против этого лопуха, блин. Так, он там позвал что? Ну, он уже стрелка вызвал. Давай, я тоже позову. Ну, наконец-то. Наконец-то, блин. Что-то начало получаться вроде бы. Да, что-то начало получаться. Не забывай про пламя. У него есть, ребята, пламя 4 уровня, которое очень много наносит урона. Но, тем не менее, мы выжили здесь. Так, иди отсюда. Стрелкам тут не рады. Опять этот, блин, Морган вышел. Так, давай, Гром, выходи. Попробуем их расколбасить. Так, мой стрелок теперь должен. Сейчас подожду, когда он выстрелит. А, его уже там уничтожили. Что такое? Метеор... Что за метеор-шовер? Это что такое, ребят? Что это сейчас за надпись была? Что это за фигня такая? Эй! Что это такое-то, ребят? Как... Какой-то метеорит начался? Дождь? С чего вдруг? Так, монетки-то все понятно. Так, опыт это тоже все понятно. Так, только не говори, что ты сейчас вылетишь. Игра. Нет. Скорпион, гроза и Сарашип. Фигню даете. Так, друзья мои, уровень у нас оказывается повышен. Это уже хорошо. Ну что, я на сегодня выполнил поставленную задачу для меня. Я дошел до 75 уровня, получил сундук. В следующей серии мы должны будем с тобой взять 80 левел и перейти на следующую карту. Так, давай быстренько с тобой здесь завершим. Так, монетки, гром. Кристаллический портал. Я так его не, и не посмотрел, ребята, что он делает, этот кристаллический, блин, портал. Ну-ка, давай посмотрим по картам, где он, вот он. Так, здоровье 600, так, плюс 200. А, у него атаки нет, а что он делает? Телепортирует одного героя через поле битвы. После смерти отталкивает всех врагов вокруг. Если честно, я не совсем понимаю. У него только здоровье, атаки нету. Заморозка 20 секунд. Телепортирует одного героя через, через поле битвы. Куда он его телепортирует? Фиг знает. Если бы был бы этот чувак у какого-нибудь из нашего противника, чтобы я хотя бы мог посмотреть, что он из себя представляет. А так, как-то, знаешь, наугад, ребят, даже фиг ее знает. Дальнобойные атаки. Ну тут 160 уже неплохо, ребята. 160 к атаке-то. А этот у нас вот смотри, атака 33. Ну что он из себя, ребята, может представлять? Конечно же, ничего. Так, Морган 7 уровня. Да ладно. Ребята, Морган, он у меня получается самый прокачанный. Так, иногда мгновенно побеждает героев, у которых здоровье ниже 40%. Да?
А у этой... Что у нас тут? Каждая третья атака сильнее на 100%. Так это она должна бомбить. Должна стоять за танком, по идее, чтобы, ну, наносить крит урон. Получается так. А черная борода у нас что делает? Превращает противника в зомби каждую третью атаку. Вот еще ни разу не видел, чтобы он кого-то превращал в зомби, если честно. Я так понимаю, у меня еще к тому же не все фракции. А вот этот, интересно, может, наверное, может прокачаться даже там, фиг знает. О-о-о, у него, смотрите, тут сколько всяких этих. Нет, если его прокачать, наверное, по полной программе, он будет неплохо бежать и взрывать. Посмотри, у него атака как растет. В какой прогрессии. То есть, если свыше 1000 атаки, то его стоит вообще отпускать, ребята, в бой, да, против врагов. Он там будет взрываться и наносить крит урон. Ну что, друзья мои, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.